Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу 100% методику, как научиться отжиматься от пола. Эта методика подойдет как для девочек, так и для слабых мальчиков. Для начала покажу позицию, которая подходит для тех людей, которые отжиматься вообще не умеют и которые очень слабые. Ну, в большинстве случаев это такие тоненькие, худенькие, слабенькие девочки. Вам нужно подойти к стене, поставить руки на ширине плеч и отжиматься от стены первое время, пока мышцы ваши не окрепнут. Отжимаясь от стены, вы даете потенциал уже последующим упражнениям, которые помогут уже подойти к самим отжиманиям от пола. Когда вы уже хорошо научитесь отжиматься от стены, когда уже у вас мышцы окрепнут, то вы можете перейти на более низкий предмет какой-нибудь. Это может быть диван, это может быть кровать, это может быть стул, что угодно. Это, конечно же, еще на шаг приближает вас к отжиманиям от пола. Если вы уже научились делать 10-20 повторений, допустим, от дивана, то вы можете перейти к следующему пункту. Следующее упражнение выглядит так. Вы встаете на колени, кладете руки тоже на уровне плеч и отжимаетесь. Спина у вас должна быть абсолютно прямая. Не надо ее прогибать, выгибать, ничего не надо с ней делать. Она абсолютно прямая. Отжимаетесь 3-4-5 раз, сколько получится. Эти отжимания являются последним шагом перед отжиманиями от пола уже нормальными. В данных отжиманиях вы должны делать где-то 10-15 повторений, чтобы уверенно себя чувствовать потом в отжиманиях от пола, чтобы сделать там где-нибудь 1-2-3 повторения. При любых отжиманиях, при любых упражнениях никогда не забывайте про дыхание. Когда вы делаете усилия, да, то есть вы отжимаетесь, и вверх, когда идете, усилия, да, вы должны выдыхать. Когда идете в нижнюю позицию, на негативной фазе, вы должны делать вдох. Вот так. Вот таким вот образом. Следующий очень важный пункт, это вы должны наращивать количество повторений. С каждой тренировкой, с каждой неделей, с каждым месяцем у вас должны становиться повторения больше, больше, больше. И тогда вы будете совершенствоваться. Также немаловажное условие – это не забывайте про разминку. Разминка обязательно перед каждой тренировкой, а лучше перед каждым упражнением, если вы делаете на разные группы мышц. Хотелось бы еще немножечко уточнить про отжимания на коленях. Когда вы уже научитесь делать уверенно, четко, методично, правильно, корректно 20 отжиманий на коленях, тогда вы сможете уверенно уже начать делать отжимания от пола. Другими словами, отжимания на коленях от пола помогут вам максимально укрепить ваши мышцы для того, чтобы вы могли потом отжаться просто от пола без колен. Вот такие вот нехитрые способы, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, что эта информация была максимально информативной и продуктивной для вас, а также эффективной, естественно. Я надеюсь, что у вас все получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, покажите видео друзьям. Обязательно. Пока!